Так, это Марс. 6 июля 2020 год. Харьков, 3.42 по Киеву. Снимаю на настройках с минимальной засветкой. Будет все тусклее, но четче. На Марс навелся. Тяжело. Сейчас будет у нас из парада планет еще присутствовать Венера. Юпитер, который ближе всего сейчас к Луне. Сатурн. Ну и Луна, соответственно. Парад планет продолжается. Только возглавлявшая вчера парад Луна сместилась. Чуть в сторону. Так, это у нас Венера встает над горизонтом. Сплошная облачность вчера вечером была. И вот в 3 часа ночи подорвало меня перед сменой выпереться за окружную. Потому как такую погоду пропускать нельзя. Охота пусть не будет. Вот вам серп лунный. Сейчас я буду пытаться навести резкость и нервничать по этому поводу. Чего вам делать не советую. Вот ты ж ёлки. Уже больше, по-моему, освещена Венера, чем вчера, или... Ну, серп такой пожирнее. Да, спрашивали в комментариях, чем это затмевается Венера. Почему она выглядит как серп? Она, конечно, не затмевается. Она просто освещена Солнцем. С одной стороны, ровно как и Луна наша, спутник Земли. Когда серповидная Луна, это не всегда значит, что она во время затмения под тенью Земли находится. Чаще всего это просто... Луна освещена. Так, еще раз тень, ой, резкость. Думаю, где-то так. Да, и вот меняется, соответственно. Когда Венера к Солнцу поворачивается так, Солнце больше видно, освещенная часть, то меньше, соответственно, и выглядит Венера как более жирный серп, менее жирный серп. Чудненько, Марс есть, Венера есть. Венера 60 миллионов километров, я вчерашними данными пользуюсь, сегодня не уточнял, не думал, что получится снимать. Венера 61 миллион километров, Марс, ладно, не буду даже пытаться сейчас на него навестись, 118 миллионов километров. А это у нас самая яркая, это Луна. И справа от нее Юпитер-то я вижу. Видно в кадре? Видно, мне в окуляр видно. Слева Луна, справа в верхнем углу Юпитер. У нас всего 2 градуса сегодня было угловых. Разница между Юпитером и Луной на небосводе. Но я сейчас пытаюсь поймать Сатурн, который едва виден.
Ай-яй-яй, неужели придется без Сатурна обойтись? Мне досадно. Ну, сейчас. Так, где же он находится? Ладно, давай пройдемся по Юпитеру и по Луне, а уж потом будем пытаться искать Сатурн, хотя, конечно, с каждой минутой шансов все меньше. Солнце уже поднимается все выше, скоро взойдет над горизонтом. Ай-яй-яй. Даже в Юпитер попасть не особо получается. Так. Куда ж ты все время сбегаешь из кадра, а? Ох, сдается мне, полос уже на Юпитере не увидим. Слишком низко. Над горизонтом Юпитер уже в плотных слоях атмосферы теряется. Ладно, получим удовольствие, направив все на Луну. Так. Вот так резко сделаем.
Ах, надеюсь, комары меня доедят. Позже, чем я закончу съемку. Что же, снова попробовать помучиться, Сатурн поискать. Вот Юпитер. Не поймаем. Ну, ладушки. Сейчас поснимаем на других режимах. Может, там повезет больше. 6 июля 2020 год. Харьков.